Всем привет, друзья! Вы на канале с дядей Мишей. Подходит время новогодних праздников. Наступило время готовить всякие вкусняшки. И сегодня дядя Миша купил красную рыбку, а именно конкретно семгу. И сейчас я буду показывать, как я ее готовлю. Любой из нас может приготовить любую рыбу, не только семгу, по этому рецепту. Ну что ж, приступим. Поехали. Так, друзья, вот такую вот рыбку я приобрел. Здесь у нас 2 килограмма 800 грамм. Такая вот красавица. Ну сколько здесь? Сантиметров 50, наверное. Ну, 40 точно. Значит, что необходимо сделать в первую очередь? В первую очередь нам необходимо удалить голову. И следующим этапом мы ее разделим пополам, то есть вырежем из нее позвоночник. Для этого нам необходимо ее разрезать вдоль позвонка. Естественно, для этого вам необходим будет хороший острый нож. Семгу, честно говоря, делаю первый раз, потому что я не могу найти, где же тут у нее позвоночник. Ага, вот он, все, я его увидел. Все правильно я делал. Вот после удаления позвоночника у нас получилась вот такая вот рыбка. Так, ну после того, как мы отделили позвоночник от тушки рыбной, мы делаем рассол. Рассол изготавливается очень просто. На литр воды мы берем 4 столовых ложки соли. 2, 3, 4. И для того, чтобы соль не была, для того, чтобы рыба не была очень, ну, такой жесткой, вкус был приятный, мягкий, добавляем 1 ложку сахара. Все это дело мы с вами перемешиваем. После того, как мы приготовили рассол, мы нарезаем нашу рыбку кусочками. Берем вот такую вот баночку, вкладываем рыбку в банку. И вложенную в банку рыбку заливаем нашим рассолом. Так вот до верха, чтобы оно заполнило саму рыбку. Через день, ну даже два, она уже в принципе будет готова, ее можно будет переложить на хранение. Вот такая вот замечательная рыбка у нас получается. Мы ее ставим сейчас в холодильник на засолку на пару дней. Через пару дней она будет готова, и можно будет ее вынуть из рассола, переложить какую-то емкость и просто оставить на хранении. Трешек, а ну на, зацени красную рыбку. Вкусная? Можно есть? Давай. Ай, красавчик. Пойдет? Молодец. Пробу снял. Хорош. Вещь. Вкусная? Нет, серьезно. Ничего не пересолено. Сколько она стояла? 2 дня. 2 дня? Все, через 2 дня рыбка. Ну, на этом все, дорогие друзья. Как вы уже поняли, ничего сложного в засолке рыбы нет. Приятного аппетита, жмите на колокольчик, и вы не пропустите новые видео, которые я для вас обязательно сниму. Всем пока!